Бато Дугарович Дугаржапов родился 29 января 1966 году в селе Дульдурга Чеченской области. Художник, московский живописец, монументалист, один из самых известнейших импрессионистов России. Уроженец солнечного Забайкалья свое отрочество и юность провел вдали от родных с его сердцу Айгинских степей. Первые уроки рисования Бато Дугарович получил в художественной школе поселка Айгинское. В 12-летнем возрасте родители направили его в Москву в художественную школу имени Томского. Учеба увлекла его, а мастерство сверстников служило импульсом к раскрытию собственного дарования. О том, каким он был учеником, свидетельствует диплом конкурса на лучшую композицию среди художественных школ СССР. Художник продолжил обучение на монументальном отделении Московского академического художественного института имени Сурикова, а сразу по его окончании попал в Париж, где несколько сезонов проработал по контракту с акционным домом Друом. В 1999 году молодого перспективного художника пригласили в Москву на роспись храма Христа Спасителя. Он с семьей переезжает в столицу, где открывается новая жизнь по творчеству художника. А в 2004 году уже под руководством самого Бато Дугаржапова в течение 10 месяцев расписывали храм Казанской иконы Божией Матери Казанского вокзала. Бато Дугарович награжден медалью преподобного Сергия Радонежского второй степени и патриаршей грамотой от патриарха Московского и всея Руси Алексия. Бато Дугаржапов включен в Забайкальскую энциклопедию как деятель культуры. Член Московского союза художников, постоянный участник выставок «Арт-Манеж» и «Арт-Салон», а также выставок, организуемых Московским союзом художников. Экспонируется в ряде галерей России, Франции, США и Англии. Произведения Бато Дугаржапова находятся в Музее современного русского искусства Нью-Джерси, США, в Республиканском художественном музее имени Сампилова, Агинском национальном музее имени Гамбажа-Цибикова, Городской художественной галерее города Саров, Краеведческом музее города Чита, Нижегородском государственном выставочном комплексе, в многочисленных частных коллекциях России, Франции, Великобритании, Италии, США, Японии, Кипра, других стран мира. График его выставок расписан на годы вперед. В 2012 году в Агинском национальном музее имени Гамбажа-Цибикова была организована персональная выставка «Белые сны». После выставки Бато Дугаржапов передал дар музею все свои работы, еще не снятые со стен. Такой поступок мог совершить только человек широкой души. Творческая деятельность художника на протяжении многих лет вызывает огромный интерес у ценителей искусства. Неповторимый стиль, уникальное видение пейзажа, умение передать свет, свет и тень покоряют сердца поклонников во всем мире. Его считают импрессионистом нового века. Однако сам автор упоминает о влиянии реализма и экспрессионизма и называет свои работы пограничной живописью. Пишет он всегда с натурой, и на каждое новое полотно уходит, по его словам, от 5 минут до 2 часов. Его картинами нужно любоваться без суеты, отбросив ежедневный груз проблем, уделив каждой из них как можно больше времени. И тогда обязательно найдете в них что-то знакомое и родное. Работы Бато Дугаржапова многогранные, они привлекают своим колоритом и манерой письма. Живописец говорит, что в выборе художественного направления на него повлияла реальность, которая нас окружает, она в основном в стиле импрессионизма. Иногда встречаю в природе вставки абстрактного искусства или сурового реализма, или чистой графики. Все стили, которые существуют, реально присутствуют в окружающем нас мире, потому они возникают как бесконечные языки исчезнувших народов.
Жизнь Батолту Гуржапова наполнена яркими красками. Он продолжает творить, пишет картину, музыку, воспитывает детей сына Майсхалана и дочь Викторию. В отделе детской литературы Айгынской краевой библиотеки имени Тибена Жамсарано имеется фотоальбом «Батоду Гуржапов. Живопись». Всех желающих приобщиться к изобразительному искусству приглашаем посетить нашу библиотеку.